здравствуйте, меня зовут Миша Аксиновский, мне 6 лет, живу в городе Красноярск. Сегодня я вам расскажу стих «Самовар Иван Иванович». Автор Хамс. Слушайте. Самовар Иван Иванович. Был пузатый самовар, вел ведерный самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, разъяренный кипяток. Лился в чашку через кран, через дырку прямо в кран, прямо в чашку через кран. Утром рано подошел, к самовару подошел, дядя Петя подошел. Дядя Петя говорит, дай-ка выпью, говорит, выпью чаю, говорит. К самовару подошла, тетя Катя подошла, со стаканом подошла. Тетя Катя говорит, я, конечно, говорит, выпью тоже, говорит. Вот и дедушка пришел, очень старенький пришел, в туфлях дедушка пришел. Он зевнул и говорит, выпить разве, говорит, чаю разве, говорит. Вот и бабушка пришла, очень старая пришла, даже с палочкой пришла. И подумав, говорит, что ли выпить, говорит, выпью чаю, говорит. Вот девчонка прибежала, к самовару прибежала, это внучка прибежала. Наливайте, говорит, чашку чая, говорит, мне послаще, говорит. Вот и жучка прибежала, с кошкой Муркой прибежали, к самовару прибежали. Чтоб им дали с молоком, кипяченым кипятком, кипяточку с молоком. Вот Сережа приходил, всех он позже приходил, неумытый приходил. Подавай же, говорит, чашку чая, говорит, мне побольше, говорит. Наклоняли, наклоняли, наклоняли самовар, только пар, пар, пар. Наклоняли, наклоняли самовар, будто шкаф, шкаф, шкаф. Но оттуда выходило только кап, кап, кап. Самовар Иван Иваныч, на столе Иван Иваныч, золотой Иван Иваныч, кипяточку не дает, опоставшим не дает, лишь боком не дает. Конец. Всем пока. Mm-hmm.